Давайте разберемся. Давайте разберем реально. Дима, я тебе просто скажу так. Дима, ты индивидуален, так бы никто в жизни никогда не сделал, понимаешь? Скорее всего, такой момент единственный в жизни. Ну кто, блядь, знал, что здесь стена, вот смотри. Хорошо. Ну, ладно, стена, окей. Вот этот прыжок и стрельба с дробовика, как она? Как она так получилась? Как? А что мне делать, смотреть, что ли?